Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. З нами доктор політичних наук Андрій Шуліка. Андрій Шуліка, доктор політичних наук, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступник декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, автор численних наукових праць. Протягом багатьох років відстежує хід виборчих кампаній, хобі, футбол, науково-популярна література. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову, наш діалог, почати з ситуації навколо Білорусі, що склалася останніми днями. Ну, мабуть, останніми роками, але в останні дні це так досить широко обговорюється людьми, які плюс-мінус цікавляться політикою. Зокрема, хочу почати з посадки самоліту літаку, що летів із Афін до Вільнюсу, і, власне, арешт одного з засновників телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича. От що це було, навіщо це взагалі білоруській владі? Ну, понимаете, тут какие-то приводить рациональные доводы невозможно. На самом деле проблема вот таких авторитарных властей, таких авторитарных диктаторов, что на самом деле нынешний президент Беларуси считает себя победившим. Победившим в ходе вот тех массовых протестов, потому что он удержался. Мы помним все эти там полеты с оружием над протестующими, выходы, разгоны и так далее. Он считает, что он победил. И он считает, что ему надо эту победу упрочить. Главная проблема и большая проблема для таких новых диктаторских режимов в том, что вот тот же протест, он часто является неперсонифицированным. То есть там нет какого-либо конкретного лидера, который фактически его возглавляет. Ну, мы могли это даже увидеть в Украине, если сравнить, к примеру, там, протесты 2004 года и 2014. Так, ну, в 2004 году был конкретный лидер, навколо якого все групповались, а в 2014 році, ну, була така трійка, але тим не менше, була, да, ну, було много, якісь нові лідери, такі, да, що дуже багато, і ми помнимо, що дуже сильно помінялося політичне пространство, вийшли нові лідери, і до сих пор многие существують. І та ж сама проблема в Білорусі, тобто він не знає, з ким йому конкретно боротися. Тобто його офіційний опонент Тихановська, яку він спочатку посадив в тюрму, потім випустив, потім він намагався вислати з країни жен его оппонентов и так далее. То есть сейчас они сделали главным своим врагом вот телеграм-канал «Нехта» и Романа Протасевича. Хотя, опять же, да, это обычный телеграм-канал, да, его очень часто использовали, но их было очень много, этих телеграм-каналов. И даже арест Романа Протасевича как бы не остановит телеграм-каналы и, наоборот, только запустит. Просто они будут регистрироваться за территорией Беларуси и будут больше, скажем так, скрывать, ну, кто там работает, как они работают и так далее. То есть фактически он уводит вот этот протест, наоборот, в подполье. Ну и плюс мы видим, что он решил, что он является главным врагом и вообще для себя сделал главный враг – это Европу. Мы слышали там и рассказы про какие-то контрзаговоры, разведку, которая придумывает специально польскую и литовскую разведку. Он обвинял, что это они продумали протесты и так далее. То есть он больше идет в сторону России и ставит, грубо говоря, такой себе определенный железный занавес з Європою. Так, ну, власне, про це ми ще поговоримо, про рух до Росії, Білорусі і про зовнішньополітичну реакцію на це. Але тим не менше, от той же Протасевич, він вже не мав ніякого відношення до Нєхти, да? От, ну, конкретно ця фігура, да, от, ну, фактично, я не знаю, навіщо це було потрібно Лукашенкові, так? Оскільки, ну, по факту він нічого не вирішує, але тим не менше своїми руками Лукашенко створив одного з лідерів можливих нової опозиції. Тобто ви не бачите зовсім раціонального в цьому нічого, тобто просто показати, який я крутий, який я батько. Ну, з точки зрення можна ще можна представити, що тим самим Лукашенко хоче показати, що в країні вводиться достатньо серйозний порядок, тобто і достатньо серйозна стежка. Хоча, мені здається, білоруси об этом знали достатньо
давно. То есть он пытается показать, что, смотрите, мы можем найти гражданина Белоруссии даже за территорией Белоруссии, потому что фактически они нашли его, они, во всяком случае, украли его фактически за территорией Белоруссии, потому что то, что он летел в пространстве Белоруссии, это не значит, что он был на территории, что надо поднимать военные самолеты. То есть, да, вот в этом плане, возможно, он хочет показать, что вот он закручивает гайки, и теперь все будет достаточно серьезно. Вообще, даже любые намеки на, там, на демократические протесты, любые намеки вообще на любые протесты фактически в Белоруссии отменяются. Ну, а в первую очередь, конечно, с точки зрения рациональности. Ну и по большому счету это был один из наиболее действительно ярких вот лиц протеста. Ну и тем более не думаю, что Лукашенко так тонко разбирается там в редакционной политике Next, а вообще не очень, я думаю, разбирается в понятии Telegram, поэтому для него он будет работать там всю жизнь, и он не сильно это будет понимать. Так, ну власне, от ви вже почали говорити про протести, да, і перехопили фактично моє наступне питання. Я хотів спитати стосовно того, наскільки можливий такий загострення внутрішньополітичної ситуації в Білорусі в плані нових протестів, повторення того, що було у минулому році. Тобто, чи можна говорити, що фактично будь-який протест, який можливий зараз, да, він буде дуже жорстко подавлений органами внутрішніх справ, можливо, навіть військами, якщо такий протест буде і чи буде він? Ну, скорее всего, все к этому идет. И на самом деле, почему, возможно, протестов, скорее всего, не будет? Потому что если, ну, скажем так, первые протесты люди выходили в каких-нибудь условиях, ну, хоть показательной демократии, как раз после такого акта показательной демократии выборов, на которых они говорили, то сейчас таких актов не происходит. И будет очень жестко притесняться и, естественно, начали работать с теми, кто попал в тюрьмы. То есть вы же понимаете, что те, кто прошел через те же СИЗО, многие были отмечены, многие были зарегистрированы, и зная такую полусоветскую систему Белоруссии, в принципе, мы так ее еще, слава богу, только помним, ну там жители Белоруссии и России с ней встречаются более детально, то там... Ну, навіть орган, головний орган Держбезпеки не змінював свою назву після радянського СІЗО. Да, да, і там вот эта вся система роботи на містах, робота в школах, робота в університетах, інститутах, робота участкових, вона там очень ярко развита і, в принципі, так не так уж і сильно отличається, там, к примеру, от позднего СССР, когда уже там градус небольшого контроля спал. Поэтому Вот из-за такого давления, возможно, скажем так, люди начнут бояться выходить на протесты. Но с другой стороны, если мы берем, опять же, примеры вот такого, скажем так, открытого уже противостояния с протестом, то часто можно столкнуться с тем, что протест уходит намного глубже. То есть он становится фактически подпольным и очень сильно, наоборот, радикализируется. То есть люди будут уже выходить, или какая-то их будет меньше, но они могут выходить уже не просто с мирными призывами, не просто там делать цепочки женщин с цветами, как там были разные, а будут уже выходить достаточно серьезно настроены, и будут настроены достаточно агрессивно. Поэтому на самом... Це як було у басків, скажімо, певний час тому, да, як це було в Ірландії, да, Ірландська республіканська армія. Так, можливо, там терористичні акти устраивать не будуть, але люди, які будуть виходити на протести, вже будуть знати, що вони ризикують, вони вже будуть знати, що проти них можуть применити будь-яку силу і будуть діяти відповідно. Це дуже сильно міняє само поняття протесту і саме методи протесту. Так, Андрій, ну, власне, от також ви згадали стосовно руху Білорусі у бік Росії, так, ну, в принципі, слід відзначити, що в 90-ті, да, у другій половині 90-х, де-факто було і створено союзна держава, да, Росія-Білорусь, і там оці 25 років йдуть перемовини стосовно інтеграції, інкорпорації, таке інше. От зараз, зважаючи на ту політичну ситуацію, яка є, і на те, що Білорусь фактично через дії своєї влади опинилась в такій міжнародній ізоляції, у всякому випадку, з боку західних країн. От чи можна говорити на сьогодні, що рух Білорусі до Росії, у всякому випадку, поки президентом є Лукашенко, є незворотнім? Ну, определенное движение будет с точки зрения создания столь знаменитого союзного государства, которое столько лет создать не могут. Ну, в этом разве что может быть заинтересована Россия, чтобы, в принципе, повысить рейтинг президента или партии перед выборами.
В современном этапе в этом может заинтересована быть только Россия. Так, ну, следует знать, что осенью 2021 года, этого года, відбудуться выборы до Держдумы России. С точки зрения того же президента Лукашенко, ну, понятно, что он уже достаточно серьезный диктатор, и ему лишаться определенных полномочий власти достаточно тяжело. Тем более, что даже в самом начале вот, подписания этого договора это и была основная проблема. Потому что роль Лукашенко после объединения, кем он будет? То есть, будет ли он президентом какого-нибудь автономного государства в составе России или просто одним из очередных губернаторов там, Белорусской области? Ну, на самом деле это совершенно разные, которого могут снять в любой момент. Или он, там, к примеру, становится действующим политиком и участвует в выборах на территории России. То есть, вот эта вот непонятность, что делать с нынешним лидером Беларуси, это на самом деле основная причина, почему это и не было реализовано. Ну и плюс тот же Лукашенко, он долгое время очень удачно разыгрывал карту вот такого мостика между Европой и Россией. Ну и достаточно часто. Мы говорим про 2000-е годы. Да, про 2000-е, про 2000-е годы. И были этапы сближения с Украиной, отдаления, снова сближение с Европой. И отдаление от Европы, там достаточно большая качели и карусели, скажем так, были. Но весь вопрос, что в современном мире Беларусь очень удачно разыгрывает карту союзника. Потому что если мы рассмотрим государства-союзники, которые существуют у России, то там список очень небольшой. И на самом деле сейчас таким единственным официально признанным государством, которого можно назвать стопроцентным союзником России по всем вопросам, потому что выхода больше у Белоруссии нет, это будет Белоруссия. Это тоже очень важный вопрос. Это как минимум. А стосовно Китая, стосовно Ирана? Не, ну там есть какие-то, ну поймите, Китай тоже всегда будет играть свою собственную политику. Тем более, кстати, вот вопрос с Белоруссией и Китаем тоже очень важный, потому что как раз Китай очень активно присутствовал раньше на территории Беларуси. То есть еще, к примеру, после выборов, сразу же после последних выборов президента, сразу же там пошли переговоры с китайским послом о строительстве новых заводов, потому что Китай очень хочет выйти на европейский рынок, и ему нужно государство, которое, скажем так, обеспечит определенную базу. И вот до этих событий 2019 года Китай активно видел как раз Белоруссию. И были очень большие планы сближения, очень большое там прошло переформатирование заводов, производства и так далее. Зашли китайские фирмы. То сейчас многие из этих проектов были свернуты, ну потому что сама по себе Беларусь не так уж интересует, и Китай там не такой большой рынок, скажем так, реализации. Им их интересно был как мостик в Европу, потому что на России у них и так есть выходы. Поэтому, ну и плюс Китай все равно будет играть на международной арене свою политику. Если мы посмотрим, он чаще всего там по вопросам, связанным даже с Украиной, голосует нейтрально. Не поддерживает ни тех, ни тех. У него своя собственная политика, своя собственная игра. То же самое можно сказать и про Иран, который тоже не очень доволен нахождением той же России в Сирии. Ну и так далее. Поэтому у каждого государства все равно есть своя определенная политика. Там, если вы посмотрите государства, которые там поддерживают или там признают непризнанные республики, поддерживают Россию, то там будет государство по типу там Гондурас, Никарагуа, есть там часть островных государств. Так, в Океане. В Океане, которые живут за счет того, что у них есть голос, и не первый раз они так делают, они просто получают достаточно большую финансовую помощь от разных стран и голосуют так, как, скажем так, в соответствии с дружескими отношениями, назовем это так. Поэтому вот, ну, можно говорить, что они друзья. Хотя, опять же, завтра их, они могут пойти на поводу любой другой да, стороны. Ну, хтось на 10, умовно кажучи, доларів більше дасть, да, і позиція різко зміниться. Андрію, от останні роки, мабуть, останні 7 років, так у світі досить активно обговорюється таке питання, як питання санкцій. Да? От, чи можуть міжнародні санкції, які ми вже бачимо, і стосовно перельотів над повітряним простором Білорусі стосовно інших економічних санкцій, якось суттєво вплинути на внутрішньополітичну та зовнішньополітичну позицію білоруської влади? Ну, ми розуміємо, що коли говоримо білоруська влада, маємо на увазі одну людину. Ну, це, скажімо так, дуже популярний момент в Європі, чому він так вважається, що коли ви б'єте по економіці, ви в першу чергу б'єте не стільки по державі, вы в первую очередь бьете по экономическим элитам.
про крупным фирмам, крупным держателям финансов. Это их основная проблема. И когда они начинают терять прибыль, они очень активно становятся сами заинтересованы в смене политической власти. Потому что экономика всегда очень заинтересована, ну, скажем так, в своем развитии, не столько в политике. Если политика им мешает, они готовы вложиться в другие политические партии, поддержать. Это совершенно нормальный процесс по всему миру. Есть, у них тоже могут быть свои интересы, им никто этого не запрещает, как любому гражданину Украины. Ну, или не Украины, вообще мира. Но весь вопрос, что вот если мы берем систему управления экономическую, в том числе, там, к примеру, Белоруссии или той же России, то там нету такой системы, там, ну, там, скажем так, командная до сих пор. То есть выбирают, олигарх ты или не олигарх, владеешь ли ты крупным предприятием или не владеешь, решает как раз политическая власть. Она раздает вот эти вот... скажем так, средства для получения сверхприбыли. Поэтому и повлиять никак на политическую власть экономика практически не может. И в этом достаточно большая проблема, почему санкции толком не работают. Потому что если вы посмотрите, против кого они вводятся, они как раз вводятся против крупных корпораций, против больших олигархов и так далее. Только против них. Ну и плюс тоже та же Белоруссия, у нее не такой богатый рынок взаимодействия с Европой. Ну, то есть, грубо говоря, там производство тех же там грузовых машин, оно не направлено на рынок Европы. Оно больше направлено на рынок России, постсоветского пространства, там отчасти там, Ближнего Востока и так далее. Поэтому тут просто надо смотреть, ну, те технологии, которые могут повлиять, действительно могут повлиять, там, отключение от Свифта, попытки там блокировать IT-компании, к примеру, очень популярные. То есть вот эти технологии, которые реально рынок очень взаимосвязан, ну, во-первых, их очень тяжело санкционировать, действительно тяжело, потому что фактически там фирма может быть зарегистрирована где угодно, просто через систему каких-либо там субподрядов делают, производят это там на территории Белоруссии. Ну и во-вторых, это очень сложная система, и вся Европа и мир немножко боится, что она может сломаться. Если вот эти вот механизмы начнут применять, что полностью поломается вся экономическая система, потому что это будет сигналом для других государств, что их в любой момент могут исключить. Значит, надо искать или создавать что-то своє на всякий случай. А наскільки вигідна, до речі, Росії така ситуація політична, яка склалась навколо Білорусі? Ну, отчасти вигідна, тому що, якщо ви посмотрите, вот, ну как, вигідне її розрішення, тому що в тому же 19-му году, коли були масові протести в Білорусі, це було невигідно. 20-й рік. 20-му, извините, 20-му году, да, оговорился. Тому що, ну, якщо ми посмотрим вот таким за общественным пространством России, то оно очень внимательно смотрело за происходящим в Белоруссии. Очень внимательно. Потому что во многом это было связано с тем, что, ну, скажем так, даже те события, которые происходили в Украине там, в 2004-2014, ну, на них смотрели, ну, для россиян, белорусов, украинцы живут немножко в другом мире. Там, я говорю, что хуже, лучше, но с точки зрения демократии, сменяемости политической власти, ну, нам сложно это понять. Сложно там понять многим людям, как это президент, который находится у власти уже в течение 20 лет. С 94-го года. Да. Уже да. Скоро 30, наверное, будет. Да. Якщо буде. Ну, в России с 2000-го, то есть. И представить это для многих, что выросло уже целое поколение, которое просто не видело вообще, чтобы власть сменялась, это достаточно сложно в Украине. Действительно сложно. Ну, люди старшего века, мабуть, помнят, что такие, да, ситуации. Ну, помнят, да. Ну, на самом деле, многие люди старшего возраста так уже застали где-то краем. Но это они понимали, что они живут в какой стране тогда и в какой стране сейчас. Они понимают, что произошли глубокие изменения. Поэтому вот Россия, российская общественность очень активно наблюдала за успехом в Белоруссии. И поэтому, на самом деле, скажем так, Россия всеми силами помогала Лукашенко, и там и было готово предоставить и своих
своих военнослужащих и спецподразделения на для того, чтобы вот не показать возможность. Потому что на самом деле главная проблема в той же России с теми же протестами, они не очень видят возможности, они не очень знают, что делать. Настолько политическое пространство уже много лет просто закрыто, что люди не очень даже понимают, как в него входить и что там делать, как они вообще могут повлиять там, на принятие решения, как они могут повлиять на смену власти. Этот навык на самом деле очень большой. И сейчас мы в Украине мучаемся, если мы посмотрим там многие проекты, которые вводятся, они в основном направлены на то, чтобы люди сами пытались влиять на власть, пытались влиять на местную власть, на национальную власть. И до сих пор в Украине это большая проблема, потому что там даже количество созданных громадских организаций пока не такое большое. То представьте, какая ситуация в той же России или Белоруссии, когда они вообще практически в них не участвуют. Они, если есть, то под эгидой государства, и там в основном говорят, скажем так, очень правильные вещи в отношении. Поэтому для России выгодно, что этот конфликт закончился ничем. И сразу же как бы дал, ну, скажем так, не то что отмашку, но дал возможность, вот ситуация та же, что с Навальным произошла, вот они были уже готовы к таким конфликтам, к таким массовым протестам и понимали, что особо продолжения никакого не будет, потому что люди просто не знают, что делать дальше. Так, добре, це для Росії, але все-таки от ми живемо в Україні і, мабуть, в першу чергу цікавить, як ця ситуація, яка склалась у Білорусі, може відобразитись на тому, що є у нас. Я в першу чергу, мабуть, маю на увазі все-таки мінські перемовини. От яка їх доля навіть з точки зору територіальної зустрічі? Там будуть вони відбуватись, не будуть вони відбуватись? В цьому велика проблема, тому що конфлікт состоявся, представить сейчас, что даже если президент Украины согласится, что на территорию Белоруссии, Минска прилетит президент Франции и канцлер Германии, достаточно тяжело. После всех тех событий, тем более, по идее, прилететь они уже и не могут, так как небо закрыто. Поэтому, скорее всего, это очень большая проблема, потому что надо искать новые варианты, ну, скажем так, новые варианты договоренности, новые площадки. И на самом деле, кстати, тот же президент Зеленский на своей пресс-конференции об этом говорил. Говорил и про Францию, и Германию, говорил по поисках новых площадок. На самом деле это очень важный вопрос, о котором тоже очень много говорилось, потому что если мы проанализируем постсоветское пространство, государств с более-менее развитой демократией не так уж и много. Поэтому, в принципе, и давно говорилось, что Украина достаточно, ну, слишком уж перестала взаимодействовать с постсоветским пространством. На самом деле попытка стать, ну, определенным лидером, определенным демократическим лидером на постсоветском пространстве с определенной моделью, это очень хороший вариант для развития. Последние попытки там были в начале 2000-х, когда пытались создать там альтернативную организацию ГУАМ. Потом ГУАМ она была, куда входила там Грузия, Украина, Узбекистан, Молдова, Молдова и Армения. То есть и там на самом деле были некоторые договоры. Почему Узбекистан вышел, ГУАМ без двух У залишился. Ну, на самом деле это была очень хорошая практика и показывала, что можно просто создавать определенную систему взаимодействия без участия России. И это на самом деле совершенно нормально. И Украине надо идти по этому пути, действительно надо идти по этому пути и налаживать именно взаимоотношения в обход России, потому что у нас все отношения на постсоветском пространстве мы почему-то пытаемся рассмотреть, и Украина почему-то пытается рассмотреть только через призму взаимоотношений с Россией, хотя они у нас уже особо не поменяются. В принципе, мы уже поняли систему. Короткостроковые, среднестроковые перспективы. Да, мы уже поняли перспективы. На десятилетия загадывать звичайно, ми не ну, понятно, да, в будущем, что там будет, неизвестно. Ну, примерно мы понимаем риторику по отношению друг к другу, мы примерно понимаем политику, которая направлена к нам. Поэтому, ну, как бы, скажем так, многие системы переговоров просто всегда заходят в тупик, и это очень
показатель. Так, Андрію, якщо ми вже торкнулися мінських перемовин, да, от ми поглянули на цю ситуацію чисто з такої територіальної точки зору, якщо говорити от на практиці, от ми бачили, що на початку весни фактично відбулось загострення, і у цьому контексті мінські угоди, вони взагалі мають якесь значення, якусь перспективу у майбутньому, чи цей формат вже можна фактично закрити? Ваша точка зору. Фактично, ми могли увидеть, что минские договоренности могут служить только формой минимизации вот активного конфликта. То есть любой случай, когда он снова становится открытым, мы снова возвращаемся к, вот, к линиям разграничения, мы снова возвращаемся к условиям минских договоренностей. Весь вопрос, что мы их планируем делать дальше. Весь вопрос в том, что минские договоренности сами по себе могут исключительно только остановить вот открытые фазы конфликта. Дальше то, что там прописано по поводу возврата контроля границ Украины, мы видим, что этого не будет реализовано, Россия на это не идет. То есть на самом деле здесь важный вопрос, что нынешние украинские власти, если мы хотим это как-то разрешать, надо придумывать новый вариант договоренности. То есть надо предлагать европейским партнерам новый вариант, потому что они-то, скажем так, подписание минских договоренностей и созданием какого-то плана, более-менее удовлетворены. То есть Украине надо придумывать новые идеи. То есть, возможно, снова продвигать идею по поводу ввода миротворцев ООН на территорию Украины или хотя бы, к примеру, на границу, чтобы они контролировали поставки того же вооружения и так далее. То есть хотя бы зафиксировали факты поставки вооружения на территорию непризнанных республик. И так далее. На самом деле там много есть вариантов, но их надо продумывать и создавать четкий план. Потому что надеяться, что этот план будет реализован, уж за сколько лет уже он не реализован, вряд ли что-то изменится. До речи, вот той формат, який є на сьогодні, ви говорите, що навряд чи щось зміниться, відповідно, чи вірно говорити, що слід і переглянути формат у плані тих країн, які зараз є. Це Україна, Росія, Франція, Німеччина. Чи слід когось, можливо, прибрати, чи когось навпаки додати? Говорили про Британію, США у нас у всякому випадку. От як на самом деле, да, надо смотреть і опять же, вернусь, вот просто я более-менее свежим новостям к той же пресс-конференции Зеленского. Он говорил, что он тоже будет искать новых партнеров и хочет создать крымский договор. Платформа. Крымскую платформу, да-да-да-да-да, которая будет обсуждать этот вопрос. На самом деле США давно Украина хочет предложить пригласить в эти переговоры, но там активно против сторона России. То есть там тоже очень важный вопрос, потому что сторона России очень часто уводит договор, вообще эти переговоры в разные вещи. Мы могли увидеть даже там в автобиографии Оланда, бывшего президента Франции, где он писал про эти переговоры с Путиным. Он писал, что совершенно спокойно Путин сидел и говорил ту информацию, которую они действительно и о которой знали все. И переубедить его в этом было практически невозможно. То есть переговоры фактически уходили в тупик. Две стороны с двумя полярными точками зрения и все. То есть они и при этом договоренности сложно. То есть тоже, опять же, здесь надо искать и искать формы какого-то определенного давления. И при том не обязательно санкционного, возможно, конечно, развивать какие-то формы личного общения между президентами. Я понимаю, что эта тема очень серьезная, и надо продумывать, как она будет выглядеть, потому что она может быть не очень, скажем так, политически выгодна ни одному из президентов. Но на самом деле какие-то формы общения тоже достаточно важны, потому что в дипломатии все может быть важно. Так, власне, цього місяця вже відбудуться переговори заплановані Путіна і Байдена, і, зокрема, одна із тем – це буде Донбас. Подивимось, як там все буде вирішено. На жаль, у нас час вже закінчився. Андрій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором політичних наук Андрієм Шулікою. На все добре.